Krishna Prashta Gutaveshimate Bhagavadanta Swami Dinamina. Namaste Sarasvata Deva Gauravani Prachadane Nirvishasa Shunyavati Pashyate Deshatarine. Mugam Karoti Vacha Lam Pangam Langa Te Girim. Yad Kripada Maham Bande Shi Guru Vinataranam. Drishtavna Shastra. Шрила Прабхупада среди всех других основателей, по крайней мере, больших религиозных течений, довольно сильно выделяется. Потому что обычно все они проповедовали в определенной среде, которая была в той или иной степени родна для них. Например, если взять Иисуса Христа, Он проповедовал, в принципе, среди людей, которые понимали Его язык, для которых культура была одной и той же. Мухаммед точно так же проповедовал в среде, которая была понятна для Него и для Его последователей. Но Шрила Прабхупада сделал фактически то, что, ну, может быть, если так не использовать категорических утверждений, то, по крайней мере, это было мало кому под силу. Он приехал в совершенно чуждую страну, чуждую культуру, чужую. Даже язык был чужой. Мы знаем, что первые последователи Шрилы Прабхупады имели большие сложности с тем, чтобы понимать его. Потому что Шрила Прабхупада говорил с очень сильным индийским акцентом на английском языке. И даже до сих пор, если слушать лекции Шрилы Прабхупады, особенно ранние, то можно заметить, что Шрила Прабхупада говорит с акцентом. И его не всегда даже правильно понимали, из-за чего, в принципе, и возникли некоторые ошибки в книгах. Когда преданные просто не расслышали каких-то слов, которые говорил Шрила Прабхупада. Но, тем не менее, Шрила Прабхупада, будучи в таком положении первопроходца и фактически одного из очень немногих людей, который перенес целую культуру, целый способ жизни, определенное мировоззрение, и что самое главное, очень важно заметить ценности, которые были совершенно другими, чем те ценности, которые были в том месте, где проповедовал Шрила Прабхупада. Поэтому Шрила Прабхупада был вынужден в каких-то случаях иногда, может быть, давать какие-то ценности постепенно, и, как он сам говорил, постепенно повышать уровень или стандарты для своих учеников. Шрила Прабхупада однажды вспоминал, это было на утренней прогулке, вот те самые знаменитые утренние прогулки с доктором Пателем, если кто-то слушал записи лекции Шрила Прабхупады, утренние прогулки, то утренние прогулки в Бомбее в 74-м году, в 70-е годы, когда там был доктор Патель, а он обычно всегда был. Это были самые динамичные, самые такие интересные с внешней точки зрения утренней прогулки, потому что у них со Шрила Прабхупадой обычно они спорили. Очень много причем. Доктор Патель был очень колоритным персонажем. И вплоть даже до того, что он иногда так выводил Шрилу Прабхупаду, что Шрила Прабхупада просто на него начинал кричать. Это здесь записано. Шрила Прабхупада на одной из таких утренних прогулок 19 февраля 1974 года вспоминал, обращаясь как раз к своим ученикам и к доктору Пателю, что когда я приехал в Бостон и был там, то я думал, что я приехал сюда, как люди меня здесь встретят. Как только я скажу им, бросьте есть мясо, бросьте заниматься незаконным сексом, заниматься азартными играми и принимать одурманивающие вещества, то люди сразу же скажут: «Памиджи, пожалуйста, возвращайтесь домой, не надо здесь проповедовать». И поэтому в течение целого года у меня не было никакого успеха, видите? И я регулярно ходил в судоходную компанию и спрашивал у них, когда у вас следующий корабль плывет обратно, чтобы вернуться обратно. И менеджер мне говорил: «Свамиджи, вы все время приходите и спрашиваете, но вы так и не покупаете билет и не едете на самом деле». В этом месте все засмеялись.
на утренней прогулке. Я сказал, да, когда я очень разочаровываюсь, то я прихожу сюда, чтобы спросить у вас. Но потом я возвращаюсь обратно. Ладно, я подожду еще 2 месяца, посмотрим. Было все вот таким образом. Никого рядом со мной не было. Это сам Шрила Прабхупада вспоминает. И я хотел, может быть, в 2 словах сказать о одном. Это, может быть, не совсем будет история о Шриле Прабхупаде, но это скорее будет более что-то такое практичное, которое регулярно возникает или может возникнуть в обществе преданных вопрос. Потому что Шрила Прабхупада, будучи вот таким первопроходцем, он вынужден, как я уже говорил, был делать иногда вещи, которые он сам даже говорит, что, может быть, я не должен был так делать, но у меня не было другого выбора. Но мы, видя то, что Шрила Прабхупада в один момент времени говорил или делал что-то одно, и, может быть, не зная или не желая знать, или даже зная, что Шрила Прабхупада потом говорил что-то другое или делал по-другому, у нас может возникнуть вопрос, чему следовать из этих 2 наставлений или из 2 примеров, которые приводил Шрила Прабхупада. Это обычно спорные темы, нет сомнения, особенно сейчас, потому что проповедь сознания Кришны в западных странах — это очень непростое, часто даже неблагодарное дело, потому что, опять же, ценности очень различаются. И иногда получается так, что эти ценности каким-то образом захватывают ценности, которые приносим мы, и они становятся общепринятыми ценностями также и у нас. И мы думаем, что так и должно быть. Хотя на самом деле традиционные ценности, вечные ценности, культура Господа Кришны, она может даже в корне отличаться от того, что нам кажется правильным и нам кажется ценностями. Например, очень часто вспоминают, что когда Шрила Прабхупада жил в Нью-Йорке в начале, в середине 60-х годов, то все жили вместе, мужчины и женщины очень тесно общались друг с другом, обходили Туласи вместе, не было никакого разграничения. И потом, со временем, каким-то образом эти разграничения появились. Но что интересно, Шрила Прабхупада, есть одна тоже утренняя прогулка для Шрила Прабхупада, это уже позднее, 76-й год, где Шрила Прабхупада прямо на утренней прогулке говорит, что хотя раньше все было вот так, теперь все должно быть по-другому. И он говорит, с сегодняшнего дня, сейчас должно быть одно правило, что если мужчина и женщина не являются мужем и женой, то они не должны поклоняться вместе. Пушта Кришна Махарадж, на алтаре Шрила Прабхупада. Да, это строго запрещено. Тамал Кришна Махарадж, на том же, одном же алтаре Шрила Прабхупада говорит, да, Тамал Кришна Махарадж. То есть, если разные алтари, то это нормально, но не на одном алтаре Шрила Прабхупада. Нет, они должны быть в разных частях, они не должны ходить в алтарь вместе. Прабхупада, когда мужчина и женщина вместе, то они не должны поклоняться вместе, если они не являются мужем и женой. Ну, и беседа продолжается в том же духе. И в какой-то момент Тамал Кришна Махарадж говорит, ну, в большинстве храмов сейчас у нас нету такой системы. Прабхупада говорит, нет, теперь должна быть такая система, мы должны ввести вот такое правило. Муж и жена могут поклоняться божеству вместе. Если они не муж и жена, они не должны поклоняться вместе. И Пушта Кришна Махарадж в конце спрашивает, а если будет такая ситуация, где муж и жена поклоняются, но в то же самое время там также поклоняются некоторые брахмачари? Прабхупада говорит, ну, все равно это какая-то защита, там есть муж. Но, по крайней мере, жена не должна быть наедине с другим мужчиной. Если жена, женщина есть, это означает, что там должен быть муж. То есть это пример того, как Шрила Прабхупада вроде бы с одной стороны делал что-то сначала одно, но потом он потихоньку повышал уровень культуры, уровень стандарта и ценностей у своих последователей, в своем обществе. Мы знаем, что ачарья — это тот, кто учит своим примером. Мы очень часто слышим об этом, что ачарья — это тот, кто на ачарье показывает, как все должно быть. Но ачарья, помимо этого, он также делает и что-то другое. То есть определение ачарьи, которое очень часто приводил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и сам Шрила Прабхупада, который приводится в Пуранах, это
Ачиноти якша страртам, ачареста паятепи. Своям ачара те ясмат, ачаресте на киртита. Что ачаря делает три вещи. Он, во-первых, ачиноти, он знает, или буквально он собирает разные выводы писания. Он знает, где какие выводы писания. Он их прекрасно понимает. И ачареста паятепи. Второе, это даже не то, что мы привыкли думать про ачарья. Второе, это то, что он других наставляет, как нужно следовать этим наставлениям Писания. То есть он другим дает наставления, как нужно делать. И для того, чтобы не быть голословным, он не только другим дает такие наставления, он еще своям ачарате, он сам следует этим наставлениям. То есть ачарья знает наставления Писания, собирает их буквально. То есть он знает много чего, он знает, как все это распределить. Он учит других следовать этим наставлениям Писания, и при этом он сам показывает на своем примере также, как делать это, как следовать этим Писаниям. И поэтому, в принципе, хотя можно сказать, что пример ачарьи — это один из, или может быть даже самый главный пример, то есть его личный пример, но это далеко не единственный пример, потому что ачарья также дает какие-то наставления. Ачарья, будучи первопроходцем или будучи просто Ишварой, великим, очень могущественным представителем Господа, может иногда делать вещи, которые не под силу другим обыкновенным людям, обычным преданным. И если такой обычный преданный будет имитировать ачарью, то, к сожалению, скорее всего, встретится с неудачей, он падет. Как Шрила Прабхупада даже... это тоже очень характерно для Шрилы Прабхупады, но, тем не менее, это тоже нужно использовать и понимать в правильном ключе. Шрила Прабхупада, как мы знаем, он просто одним своим примером разрушал такое стереотипное заблуждение, которое есть у многих людей до сих пор, о таком саду, New Age, который никогда не говорит ничего плохого, никогда не повышает голос. Он всегда говорит очень приятные вещи, улыбается, говорит о каких-то таких ни к чему не обязывающих вещах, как там, я не знаю, любовь, мир, сострадание. Он может вертеть в руках цветочек, лотоса, очень загадочно засматривать, смотреть другим в глаза и улыбаться, очень важно улыбаться также. Но Шрила Прабхупада, как мы знаем, не был таким поверхностным саду, которых было очень много в то время и даже до сих пор. Шрила Прабхупада очень часто говорил, что если человек, будучи саду, не выполняет свои обязанности саду, а саду одно из значений, что он должен, как сам Господь Кришна говорит, саду должен рубить. То есть саду он должен отрубать истину от неистины. Он должен четко говорить, это истина, а это ложь. Если мы соглашаемся со всем, если мы на все закрываем глаза, то вот такой человек по-настоящему не может быть саду по-настоящему. Шрила Прабхупада иногда ссылался на своего духовного учителя, который в этой связи приводил одну интересную историю, которую он назвал «Тумбичуб Хамбичуб», что на хинди означает «Ты молчи, и я буду молчать». История, которую Шрила Бхактисиддханта Сарасвати такую рассказывал, как однажды один охранник, чокидар, ну, те, кто были в Индии, вы знаете, что там при храмах есть чокидар, там с палкой обычно сидит или стоит охранник. И этот чокидар, к сожалению, был, помимо того, что он был охранником, он был еще и сам по природе не очень честным человеком, он иногда проявлял склонность к тому, чтобы воровать самому. То есть он охранял чужую собственность, но при этом какую-то другую собственность он иногда любил красть, воровать. И однажды ночью он пришел к одному богатому грехасте, чтобы украсть у него его богатство. И когда он туда пришел, он увидел, что там до него пришел уже настоящий вор. То есть тот тоже был настоящим вором, но это был не просто чокидар, охранник, который днем был хорошим, примерным охранником, полицейским, а ночью воровал, то есть нарушал свою дхарму, делал противоположное. Он обнаружил там настоящего вора. И когда они друг с другом встретились, он увидел, что это чокидар, ну как бы он там, почти полицейский, и он сказал ему, что ты будь тихо, и я буду тихо. Потому что если ты скажешь, я поймал вора, то я тогда всем скажу, посмотрите, да, я вор, я не спорю, я вор, но он, хоть и строит из себя охранника, он тоже, а чего он сюда ночью пришел, как мы с ним здесь встретились? Он тоже вор. Если меня посадят в тюрьму, через некоторое время я выйду из тюрьмы, я не потеряю своей репутации, потому что я и так вор, я буду продолжать заниматься тем же.
А ты, тебя посадят в тюрьму, и ты на всю жизнь утратишь свою репутацию. Тебя больше никто никогда не возьмет на работу. И ты вынужден будешь просто стать таким же, как я, вором. Вот и все. Те люди будут осуждать всю твою жизнь. И когда этот охранник Чоукидар услышал это, он понял, что деваться ему некуда. Ну, потому что ситуация тупиковая. То есть действительно ему нужно просто принять то, что говорит этот вор. И он ему предложил, давай лучше ограбим. Мы же пришли сюда грабить. Давай ограбим его, поделим. И все, разойдемся тумбичу, хамбичу. То есть ты будешь тихо, и я буду молчать и никому ничего не говорить. И они, Шилабхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что они ограбили этого невинного грехаста. Что самое интересное, что грехаста пострадал больше всех. Они ограбили этого невинного грехаста и разделили между собой его богатство. Но разделили не поровну, потому что преимущество было у настоящего вора. И настоящий вор сказал, я забираю себе все хорошее, а тебе оставляю все такое второстепенное, второй свежести. И он тоже, ему некуда было деваться, потому что он уже влип, он попал в капкан. И поэтому он согласился. Шилабхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что в мире религии, в мире религиозных людей это также очень часто можно встретить. То есть такое отношение, что ты будешь молчать, ты молчи, и я тоже буду молчать. Мы не будем никого анализировать, изучать, критиковать ни в коем случае. Мы просто будем уважать друг друга, абсолютно всех. Нельзя ни в коем случае говорить, что бхакти это лучше, чем карма, гьяна или йога. Нельзя говорить, что Господь Вишна это высший объект поклонения, потому что этим мы обидим других. Поэтому ни в коем случае никого не осуждай, не критикуй. Но Шилабхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что из такой ситуации больше всего пострадает как раз невинный грехаст. Невинный грехаст – это человек, который накопил благочестие для того, чтобы поклоняться Господу Вишну. Но из-за того, что присутствуют такие люди, которые между собой договариваются, давай не будем никого, всех будем уважать, не будем говорить в абсолютных терминах, все относительно, нету абсолютной истины. Твоя истина тоже, твой путь истины, мой путь истины, это все абсолютно истина. Нету ничего абсолютного, потому что все относительно. Из-за того, что человек, накопивший благочестие, чтобы поклоняться Господу Вишну, готов поклоняться Вишну, но ему никто не говорит, что ты должен оставить все и просто поклоняться Вишну. Ему никто не говорит, что бхакти – это самый лучший процесс. Поэтому он лишается этого богатства, любви к Богу и поклонения Господу. В конечном счете, такой человек страдает. Поэтому Шрила Прабхупада своим примером просто показывал и своими наставлениями, что настоящий человек, который действительно любит Бога, который действительно предан Богу, никогда не поведется на такую философию. То есть он всегда будет отстаивать абсолютную истину. В одном письме Шрила Прабхупада написал, по-моему, также Сатсварупе Махараджу, он ему написал, что я очень доволен тобой, что ты бросил вызов этому имперсоналисту йоги. И на самом деле все наши проповедники тоже должны быть такими. Мы не агрессивны. Но если речь заходит об истине, то мы никогда не станем отказываться от способа показать, что абсолютная истина вот такая. И пусть кто-то попробует доказать, мы готовы к дискуссии, пусть кто-то попробует опровергнуть это, мы пытаемся также вести диалог. Но при этом Шрила Прабхупада делал это очень интересным образом. Шрила Прабхупада был очень искусен в этом. Иногда он говорил очень прямо. Иногда он говорил даже очень резко. Да. Даже многие преданные иногда сложно слушать лекции Шрилы Прабхупады, потому что очень резко. Глупцы, негодяи, кошки, собаки. Но как Шрила Прабхупада говорит, иногда резкое слово, что-то громко резко сказать нужно для того, чтобы разбудить спящего человека. Если ему шептать на ухо, пожалуйста, вставай, все хорошо, все здорово. Да. Человек, может быть, никогда не встанет, а время идет. Джадвайта Махарадж вспоминал, что однажды в 69-м году к Шриле Прабхупаде в Нью-Йорке пришел один человек, который, в принципе, был очень доброжелательно настроен. И при этом он был связан тоже с каким-то там обществом веданта или еще чего-то такого. И он пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, мне все так нравится, все здорово, вот только единственное мне не нравится. Вот ваши ученики как-то сказали мне, что вы сказали, что с вами такой-то, такой-то негодяй. Шрила Прабхупада сказал, ну если они говорят, а я не говорил, то это они негодяи. Если они говорят, а я такого не говорил, то это тогда значит, это они негодяи. И они поговорили, Шрила Прабхупада очень так
любезно, гостеприимно встретил этого человека, и потом в какой-то момент он достал книгу из своей. Это было в 69-м году, еще до того, как... Ну, на самом деле, это уже было после того, как вышло первое издание Бхагавад-гиты, но Шрила Прабхупада, как мы знаем, он приехал на Запад не своим изданием Бхагавад-гиты, с другим переводом. И он достал Бхагавад-гиту, дал этому человеку, человек открыл, посмотрел, о, общество Веданты, с вами такой-то, такой-то, знакомое, здорово, Прабхупада, значит, одобряет. Он открыл его, Шрила Прабхупада сказал, откройте на такой-то странице, прочитайте мне вот этот стих. Шрила Прабхупада открыл этот самый программный стих Бхагавад-гиты, 9.34. «Манмана абава мадбакто мадьяджи мамнамаскуру». «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, выражай мне почтение, так ты придешь ко мне, я уверяю тебя в этом». Попросил прочитать перевод. Человек прочитал, Шрила Прабхупада сказал, очень хороший перевод. Человек действительно очень хорошо перевел Бхагавад-гиту. А прочитайте комментарий, пожалуйста. И он начал читать, и там в комментарии было написано, что на самом деле это не Кришне нужно предаться, а нужно предаться тому нерожденному, безличному, который говорит через Кришну. И Шрила Прабхупада сказал, вот посмотрите, разве этот переводчик не негодяй? Кришна говорит, предайтесь мне, а он говорит, это надо предаться не Кришне, а какому-то духу, который говорит через Кришну. Кришна что, одержим духом, по-вашему? Вот это был Шрила Прабхупада. Подводя итог, что выбрать, герменевтический принцип, что выбрать между утверждениями или наставлениями Ишвары, Ачарьи, могущественного человека, и его поступками, этот ответ дает сам Шукадева Госвами в 10-й песне Бхагавата. Мы знаем, что когда Господь Кришна танцевал танец раса, и когда Шукадева Госвами об этом рассказывал, то Махараджа Парикшит вдруг в конце он спрашивает, почему Господь Кришна совершил такой, казалось бы, адхармический поступок? Почему он танцевал с чужими женами? Ведь он же пришел устанавливать дхарму, и он сам сказал в Бхагавад-гите «Яд-яда чарати шештас». Все, что бы ни делал великий человек, другие последуют за ним. Шукадева Госвами, отвечая на такой вопрос Махараджа Парикшита, сказал, что на самом деле великие люди, Ишвары, великие личности, они говорят и они делают. И то, что они говорят, то наставление, которое они дают, это Ишваранам вачах сатьям, это истина, которую мы должны следовать. Татайва чаранам квачит. Иногда их дела соответствуют этой истине. Но потому что они Ишвары, они могут иногда делать то, что мы делать не должны. Если это соответствует, если их дела соответствуют тому, что они говорят, мы этому следуем еще больше, потому что это совмещается и дела, и поступки. Но если их дела не соответствуют их наставлениям, то мы не обязаны следовать им, мы не должны имитировать их. То есть мы должны следовать их наставлениям. Наставление – это самое главное. Из всех наставлений, которые даются, последнее наставление – самое главное. Поэтому Шрила Прабхупада, то, что он делал в последние годы своего пребывания в этом мире, это более важно и перевешивает те многие вещи, которые он говорил или даже делал в самом начале этого движения. То есть это такой небольшой экскурс в герменевтику, в толкование разных утверждений, в частности, в данном случае Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки. Спасибо, Бриджа Васи Прабху.